Я снова всех приветствую, дорогие друзья, с вами как всегда Амигу, и мы с вами продолжаем проходить Need for Speed 2015 года. Итак, я приехал на занятие от Робин, командный дрифт, гоняющиеся дьяволы. А, гонящиеся дьяволы, прошу прощения, трудно. Приступаем. Да, гонящиеся дьяволы, побейте цели в гонке с Рики Девил. Ух, давненько не играл я. Надеюсь, будет простенько. Так, опа, Субари. Ай, зараза, стой. Нет, ладно, неплохо. Так, пацаны. Отлично, неплохо. Хорошо. Очень, я бы сказал, хорошо. Угу. Неплохо. Уже побили нашу цель. Здравствуйте. Не остановлюсь. Во-во-во-во-во. Сам остановись. Отлично. Угу. Сок уже, ух ты. Уже за 100 000 вылетело. Так, не пихайся. Ай-яй-яй, как обидно. Угу. Спокойно. Надо было раньше заходить. Я хочу приехать первый. Нет, стой, я первый приеду, я первый. Угу. Отлично. Так. Мы два раза побили. Неплохо. Саш, за такое можно и похвалить. Неплохо себя показал. Ладно, поглядим, как дальше будет. Потом обсудим. Воу, воу, пацанам не повезло. Так. Теперь я хочу. А вон что-то с Ману. Вот тут где-то Ману. А где Ману? А, вон Ману. Гонка на время? Угу. Гонка на время и спринт. Хм. А здесь что у нас? Кольцевая гонка. Может, не поменять машину? Итак, я приехал на задание от Ману. Называется «Гонка на время». Еще разок и с чувством. Выиграть события с Кеном и Ману. Эй, как бы там ни было, давай, не подкачай, дружище. И об меня не бейся, ладно? Я тебе ничего... Не обещаю. Вот, как раз сказал, не обещаю же. Так, у нас... А, это гонка на время. Что-то я... Кен. Так, это. Алло, Skyline. Спокойно, спокойно. Его что-то прям носит. Черт, не увидел. Только не в мою сторону, спасибо. Хотя бы так. Так. Ой-ой-ой, почти идеально зашел, почти идеально. На самом деле нет, но... Да ладно. Так, еще один трамплин. Я люблю трамплины, если честно. Они как-то... Затормаживают, что ли? На самом деле нет, но да ладно. Так. Вот, черт побери. Так, еще 2 километра. И у нас минута. Мне не нравится это. Так, вот здесь я знаю, как надо ехать. Почти вписался. Почти. Тихо. Спокойно. По газам. Так, 1,5 километра. Посмотрел на карту и понял, что, в принципе, все нормально. Ману. Ну вот твою же ж мать.
Нет, тут я не поеду, стой. Да что ж такое, серьезно? 30 секунд. Пацаны. Эхе, 15 секунд. Ой-ой. Фу, я доехал. Капец, я же хотел делать рестарт. Сложно, потому что много трафика и что-то сказать на себя как-то нервно ведет. Итак, как вы можете видеть, я приехал на заезд от Eddie's Challenge на Lamborghini. Я подумал, что там будет сложно, и поэтому решил подстраховаться. Так, кольцевая гонка, мертвый штиль, трудно. Выберите 13 заезд от Eddie's Challenge. 13-й. Для кого-то он точно будет несчастным. Да. Бедная моя... Сиди по бибикой. Бедная моя Lamborghini. Все побитые. Тихо. Думал забор. Думал все. Конец. Так, рвем. Есть. Спокойно. Кто это? Звонят? Нет? А, это смс-ка, наверное. Так, в смысле? А, просто чувак впереди. Я думаю, как он меня обогнал. Теперь я все понимаю. Не остановлюсь. Спокойно. А, это круг? А, в принципе, мне понравилось. Неплохой круг. Отлично. Ой, как хорошо. Ой, широкий поворот. Мне прям понравился. Так, они едут еще. Только до финиша доехали. А я уже здесь. Неплохо. Главное, не так резко. А я очень резко торможу. Так, смотри, не отстают. Еду прям за мной. Блин, я думал, меня заметили. Не хочу. Черт, тихо. Чуть ручник не сработал. Отлично, нет. Стой, пожалуйста. Фу. Ой, что-то я нитро не использую. Да, оно здесь и не надо. Здесь оно здесь не нужно. А сейчас нужно. Отлично. Фу, как сложно. Отлично, неплохо. Хорошо. Ой, навстречу мне едет. Привет. Не хочу. Отстань, все. А, еще два круга. Да. Трасса сложновата, потому что здесь есть такие вылеты, где ты вылетаешь и врезаешься во что-нибудь. Это очень неприятно. Так, спокойно. Оп. Быстрее. Я прям чувствую, как они едут за мной. Хм. Это было довольно сложно. О! Я последнего догнал. Чувак, здорово. Как твои дела? Плохо, да, все я вижу. Понимаю. О, идеально мой. Прикольно. Тормози, нет! Фу. Прям это на миллиметражах прошел. А вот и финиш. Красота. Первые 3 минуты, 12 тысяч, неплохо. Ой, они за мной, да? Нет, они не за мной, отлично. Знаешь, а я восхищаюсь Трэвисом. В смысле, я ему никогда не доверял, но у него и правда нюх на таланты. И ведь знал же он как-то, что ты продержишься. Ха. Ну, ничего, увидимся. Давай, до связи. Итак, как вы видите, я приехал на спринт от нарушителя. Он находится где-то в горах. Так что давайте приступать. Ничего интересного, поучаствуйте в спринте с нарушителем. Давай поучаствуем. Ламборджини опять побитая такая вся.
А, нас двое всего лишь? Дружище, стой, пожалуйста. Ребята, вас не надо. А чё вы не поехали за мной? Дружище, стой. Так, сейчас куда? Вижу, вижу, поворот будет. О, нет, только не ко мне навстречу, спасибо. Хорошо, неплохо. О, что-то сбил. Что сбил, непонятно. Так. А, хорошо. Ух ты, ну там попроще, так сказать, что ли. Тихо. Я нигде не стою. Чуть не уехал. Ну все, в принципе, 2 километра. В принципе, реалистично. В плане того, что я выиграю. Тормози. Молодец. Кто-то покинул мою. Алло, ты что не едешь? Она что-то остановилась. И не ехала. Я уже думал, все, капец. А, и все, километр остался. В принципе, неплохо. Не, Андрей здесь хороший. 10 тысяч РП за то, что скрылся? Это дофига. Это реально дофига. Сразу. Эх, почти идеально прошел. И вот финиш. Так, сколько я получил? 12 тысяч. Мне уже деньги некуда делать просто. Они просто сыпятся и сыпятся на меня. Так, я оторвался. Давай отрываться. Потому что они сейчас стопудово за мной едут, хотел сказать. Я не еду за мной. Ой-ой-ой. А, я думал, это ограждение. Все, типа, я не проеду. Но нет, все норм. Что-то я это запаниковал. Так, сюда поеду дворами. Тихо. Все, я спрятался. Меня здесь нету. Я стелс. Давай. Где они там? Едут? Ага, не заметил меня. Так, где мои все задания? Давайте сейчас... Джимхана. Хотя... Слушай, давайте Джимхану попробую сделать на Ламборджини. Я думаю, это должно быть интересно. Потому что вроде и Ламборджини там хорошо... Чувствует себя как бы. Так, безумный блок. Выиграть в Джимхане против Кена. Блин. Надо было взять машину Кена блока и... против Кена. Было бы интересно. 135 тысяч. Ого. Блин, да обидно, алло. Капец. Куда ты? Ты не видишь, здесь люди есть, они гоняют. Обидно. Ладно, думаю, я еще наберу свои очки. 14 километров впереди все-таки. А это очень много. Воу. Нормально я прошел. Сам такого не ожидал никак. Тихо, спокойно. Что там было написано? Очень слабая связь? Я что-то не заметил. Так, что-то мало у меня. 23 тысячи, а километры все убывают и убывают. Мне это не нравится. Да что ж. Я нажал на ручник, и она не зашла почему-то. Сегодня вообще, по-моему, не мой день. Что-то не прет. Не прет просто. Так, ладно. Еще 100 тысяч. Потрясающе. Во-во-во, откуда столько машин? И игроков, и обычного трафика. Прям много что-то.
Опа. Вот это я понимаю, 10 тысяч накопил. Это был... А, это не Кен. Ну ладно. Так. Отлично. Кое-как, если честно, вырубил. Фу. Набирай, набирай, набирай потихонечку. Тут, короче, либо резко, либо... Нет. Так. Тихо, 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 тихо. Спокойно, спокойно. Отлично, еще чуть-чуть. Не, нормально, я наберу. Так. Я думал, сейчас я не наберу. Хотя, я думаю, если бы у меня был мустанг, я бы набрал. Уже. Нет, стой. Спокойно. Так, ага, поворот я вижу. Реально поворот, я думал нет. Реально поворот. Так, 3000 осталось еще. Куда ехать? Я запутался. Зачем ты нейтр потратил? Спокойно. Думал, дерево, все, конец. Конец, нормально. Ну все, я набрал, отлично. Больше меня ничего не должно беспокоить. Так, спокойно. Ну почти же заехал, ну что ж такое. Куда мне еще 4 километра? Объясните мне, пожалуйста. Да. Барджини, успокойся, пожалуйста. Я прям не могу ее контролировать, она уже сама рвет и мечет. Грузовик. Здорово. Блин, мы опять по этому маршруту поедем. Я так не люблю там ездить. Так, только не трамплин. Не хочу. Спасибо. Но нет. Хотел сказать. Но. Нет. Да что ж, я такой невнимательный сегодня. Ух ты, как я хорошо зашел, да? Красота, нормально. Ух, вот это был миллиметраж, красота. Так, Кен, здорово. Не отстаешь, молодец. А то Магнус Уолкер. Уолкер. Уолкер от меня отстал в прошлый раз. А ты хотя бы не отстаешь. Так, здесь трамплин. Не хочу трамплин, ладно. Я уже полетел там на трамплин. Так что сопротивление бесполезно. Так сказать. Давай, 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 давай. И финиш. Да что ж такое? Во всех врезался. Давайте я встречу лучше с Робин, а потом я встречусь с Ману, во, и на этом выпуске я закончу. Ну, как бы так, две катсценки под конец, в принципе, неплохо, я считаю. Один коп расплюнуть, а вот когда целый участок на хвосте, это уже по-честному. Это не по-честному, это сложно. Так, и... посетить место.
ночь хаоса. Ну как ты? В порядке? Супер. О, какие люди! Поедешь со мной? Я такое место в центре нашел. Я так не думаю. Наш дружок стал дрифтером. Правда, что ли? Ты злишься? Не, просто напарника ищу, и все. За 5 секунд, Арча. Но если вам и без меня хорошо. Ладно, я пошел. Эй, стой! Мне повезло, что ты выбрался. Фриски Дэвил сегодня на уши поставит всю Вентуру. А мы с ними рванем. Я же говорил тебе. Ну чего ты, спай. Ты нам нужен. Верно, народ? Да! Ну же. Согласен. Да. Вместе веселее, чувак. Спайки дрифта. Молодчик. Ну что, за нас? Да. За нас? Да. Я очень надеюсь, что это была не палевная музыка. Надеюсь, за нее мне не прилетит жалоба на авторские права. Очень на это надеюсь. И поехали, где бункер. А бункер внизу. Я вспомнил. Ну, касценка как касценка, мне даже нечего сказать. Но встретился. Говорил Спайка поехать с нами на следующую гонку. В принципе, ничего особенного. Я уверен, что мне сейчас позвонит Робин. Вот смотрите, сейчас я зареспаунюсь, и мне позвонит Робин. Нет? Никто не будет звонить. Я обиделся. Ладно, посетить место. Спасибо тебе. Поздравляю, это было круто. Ладно, погоняем еще. Ладно. Давай. Кен, пошли, покажу видос от Риски Дэвил. Ты их знаешь? Ага. Пойдем. Эй, слышали? Mm? Кен меня на разведку берет. Я Хуниган. Ух ты! Ух, красава! Да. Ну как оно? Вы вышли на лучших, ребятки. Мы справились благодаря ему. А ты благодаря нам, да? Да. Да. Все, бежать надо. Навстречу судьбе и фортуне. Да. Навстречу судьбе и фортуне. Да. Хуниган, станьте иконой стиля. Хм, прикольно. Конечно же, это о чем-то говорит, но сейчас мне еще позвонить Ману, в этом я уверен. Кстати, у меня есть кнопка бибикать? Ой, нажал на камеру. Я уверен, что я сейчас начну с вами прощаться и мне позвонить Ману. И тебе тоже не хворать. Ладно, все, ребят, давайте нам заканчивать. Хочу сказать всем огромное спасибо за просмотр, за то, что досмотрели ролик до конца. Не забывайте ставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить следующий ролик по Need for Speed. Всем удачи, всем пока.